если спросить у 100 человек, хотите научиться строить дом, то только единицы ответят, что хотят научиться строить дом, потому что это трудно там и прочее. Вот. Но если спросить у 100 человек, вы хотите иметь свой дом через год, уже полностью свой собственный дом, то почти все ответят «да». Конечно, хотят. Вот. Но в этом великое противоречие, потому что все хотят получить что-то, но не хотят учиться. Научиться строить дом – это единственный путь иметь свой дом быстро и владеть им без кредитов и так далее. Вот поэтому такое интересное вот, наблюдение.